У жителей Тверской области по-прежнему есть прекрасная возможность купить себе на весну и к следующей зиме обновки, аналоги которых еще не скоро появятся на отечественном рынке. Весна – время обновления. В том числе это касается и шопинга. У жителей Тверской области есть отличная возможность обновить гардероб весенней и зимней одежды. Для них лучшие образцы скандинавских, а также североамериканских курток и дубленок по низким ценам, аналоги которых еще не скоро появятся на отечественном рынке. Из-за последних событий более чем две трети зарубежных компаний покинули российский рынок и вряд ли в ближайшие 5-6 лет на него вернутся. С декабря вон все подставки прекратили, никакие магазины не получают нового ассортимента товаров. Здесь же, например, представлен последние модели с терминала, а самое главное, что они все со скидкой до 70%, а на некоторые модели, особенно на зиму, скидки достигают 80%. Петербургская компания «Союз импортеров» привезла в Верхней Волжье эксклюзивные образцы курток и дубленок. Количество размеров ограничено. Все соответствующего качества. Ну, здесь я увидел не только размер, но еще и качество, и канадское производство. При этом у мужчин есть прекрасная возможность сделать уникальный подарок своим дамам. К слову говоря, многие тверские женщины уже успели оценить качество представленного товара. Это канадская куртка «Аляска». Хорошее качество, как правило, не найдешь. За такую цену вообще смешно. Очень легкая. Очень удобно ходить, когда легкая, не напрягает. Ну, стильная, потому что такие молнии. Длина устраивает. Очень редко подходит пальто вот по моей длине, по моему высокому росту. Вот. Как-то стройнит, и мне это нравится. Распродажа верхней одежды с закрывшихся магазинов Норвей работает в Твери в ТРЦ «Рио» на площади Гагарина 5 до 12 марта с 10 до 22 часов. В Бежецке распродажа верхней одежды с закрывшихся магазинов Норвей открылась в торговом центре «Звезда» по адресу Садовая улица, дом 9/64, цокольный этаж, где будет работать с 8 по 12 марта с 9 до 20:00. При этом все пришедшие на распродажу в Твери с 10:00 до 12:00 получат дополнительную скидку 15%. Таких низких цен больше не будет.